Фред Клаус, брат Санты. Сколько тебе лет? 9. 9? И у тебя 55-дюймовый плазменный телевизор в комнате? Это Санта подарил мне на Рождество. Этот болван в красном наряде совсем не думает о твоем будущем. Сейчас я расскажу, что тебя ждет с твоим телевизором. 16 тысяч пачек чита сожрешь, очнешься, тебе уже 35, и ты толстуха, которая смотрит одни сериалы. Я оказал тебе услугу. Ты выйдешь на улицу на свежий воздух, заведешь новых друзей, будешь в прятки, в догонялки играть, в школьную команду тебя возьмут, получишь право на стипендию в колледже. У вас тут есть этнические группы в вашем районе? Наверняка есть, ведь это Америка. Ты постарайся узнать, какие, и напиши заявление о приеме в колледж. Тебе за это увеличат стипендию. Дядя Сэм об этом ничего не узнает. Накопишь деньжат, купишь себе мотоцикл, будешь крутой, найдешь себе парня в школе, а потом залетишь, родишь ребенка. Сложится с этим парнем или нет, какая разница? Ты будешь счастлива, что у тебя есть ребенок. Ты будешь спортивной девочкой, ты будешь студенткой, пусть посредственной. И у тебя будет ребенок до того, как ты окончишь колледж. И кого ты станешь благодарить за это? Не этого толстяка в красном, а твоего друга Фреда. Нужно иметь разрешение, чтобы работать на этой улице. Я не собираюсь отчитываться перед тобой. Я держу ответ перед людьми. Занимайся своим делом. Армия спасения и есть мое дело. Да какого... Эй, что тут происходит? Этот парень работает без разрешения. Отбирает пожертвования у армии спасения. При чем тут армия спасения? Я ни у кого ничего не отбираю. Жермен. Я просто... Отбираюсь. Да что ты выдумываешь? Хватит Жермен. Болтать языком. Покажи мне свои бумаги, клоун. Бумаги? Ты что, из 50-х годов? У меня сайт в интернете. Люди помогают людям. Там моя фотография. Пора перебираться в 21 век, динозавр. Ясно. Правильно. Вызывай полицию. Зачем хорошо. Вызывать полицию, готовь, если полиция бумаги. Уже здесь? Где? Да, вон, не там. Вижу никакого копа. Эй! Обещаю, что если кто уйдет отсюда, то это будет быстрый, как молния, парень с желтыми штуковинами в руках! Усекли! Большой красный входит в зону 1. Повторяю, большой красный входит в зону 1. Аллергия. Оружие! Мальчики! Нет, мальчики, хватит! О, Фред! Это не Алик. Ясно? Не смотри на меня, смотри на него. Это не Алик. Это не Алик. Я не Алик, действительно. Ладно, теперь топни ногой. Это не Алик. Стивен, Алик тебя не услышит. Как он может? Это не Алик! Давай, это не Алик! Это не Алик! Это не Алик! Это не Алик! Хорошо. Теперь, когда ты привлек внимание Алика, что ты хочешь сказать ему? Стивен. Стивен, я знаю, что ты чувствуешь. Я когда-то был очень зол на своего брата. Я не хотел быть первым братом, тем более до конца своих дней. Я не мог контролировать то, что я брат президента Соединенных Штатов. Но я мог контролировать то, что я брат Билла Клинтона. И я принял решение, хотя из-за этого многое мог потерять. Я принял это решение из любви к своему брату. И из любви к своей фамилии. Я решил, что сделаю все, что потребуется, потому что я любил своего брата. И готов был поддержать его во всем. И я это сделал. И знаешь что? Ты тоже можешь это сделать.